Последний звонок звенит в белорусских школах. Праздник проходит в лучших традициях, с песнями, стихами, цветами и словами благодарности. Причем каждое учебное заведение отмечает этот день по-своему. После торжественных линеек уже вчерашние ученики отправятся в городские скверы и парки. Праздничные программы и дискотеки предложат также дворцы культуры. Только в Минске в этом году школу заканчивают более 20 тысяч старшеклассников, а всего в стране их более 150 тысяч. Заплакать, закричать или рассмеяться, закружиться в последнем школьном вальсе. Праздновать слезами на глазах, потому что частицу своего сердца, частицу своей души оставил им. И они в моей жизни тоже оставили очень большой след. Я в этой школе с первого класса, и школа стала для меня фактически вторым домом. И мне очень жаль расставаться со своими одноклассниками, со школой. Ну, как будто часть души оторвали. Тем не менее, расслабляться ребятам пока не стоит. Впереди у них выпускные экзамены. Первый уже в пятницу. А выпускные вечера пройдут 9 июня.